Здравствуйте, в эфире новости РАУ. Наш сегодняшний выпуск посвящен гостям из Российского агентства международной информации РИА Новости. Ежегодная международная научно-практическая конференция «Безопасность на Южном Кавказе. Реализация интересов народов региона». Мастер-классы для студентов РАУ. Круглый стол «Южный Кавказ. Регион раздора» или «Ареал сотрудничества». Итак, 2 октября в РАУ прошла ежегодная международная научно-практическая конференция «Безопасность на Южном Кавказе. Реализация интересов народов региона». Конференция посвящена десятилетию РАУ, организована совместно с Российским агентством международной информации РИА Новости. На конференции прозвучали доклады на темы «Кавказ в новом миропорядке», «Общественные инициативы и мирный Кавказ», «Интересы ЕС на Южном Кавказе», «Мировые процессы на Южном Кавказе». Были также зачитаны послания министров иностранных дел России и Армении. Регион очень сложный, и каждая из стран переживает как бы такое тройственное напряжение. Напряжение есть на уровне национальных экономик и политических систем, у всех разное, и надо сказать, что многие мировые игроки делают ошибку, пытаясь подходить к региону как к региону чему-то целому. Конечно, Армения не Грузия, Грузия не Азербайджан и так далее, здесь очень много своих проблем. У элит кавказских сегодня есть шанс в значительно, можно сказать, большей степени определять свое место в современном мире и меньше быть заложником проблем других стран, больших держав, их противостояния, их проблем, которые к региону могут не иметь никакого отношения. Каждая молодая нация определяется, что есть важно, что есть определяющим для собственной новой конструкции. Вот это я определяю как актуальный опыт. Нет истории вообще. История – это всегда актуализированный опыт, который ты применяешь сейчас как новую практику. К сожалению, молодые нации исходили из того, что прошлое, которое является корнями настоящего, было низвергнуто. И в качестве кальки, в качестве некоего подобия будущего был избран опыт и практики иных народов. Национал-возрожденческие концепты стали доминировать как основа построения будущего. Мы должны оставаться древним народом, а характеристика древнего народа, это базируясь на своей древности, на опыте, на богатом историческом, глубоком опыте, мы должны быть прогрессивным народом, мы приговорены к этому, иначе мы просто в условиях вот того внешнего шока, о котором я сказал, иначе нам просто не жить. Надо свою самость осознать, демонстрировать и, значит, себе и миру показать, что мы все-таки достойны лучшей жизни, потому что я сторонник именно такой классификации. Если ты такой умный, то почему же ты такой бедный? Вот если мы бедные, значит, что-то с умом надо делать. Я сторонник того, что вот тогда мы победим, не только тогда, когда откроются границы с Турцией, с Арменией, но когда азербайджанцы будут присутствовать на следующем году на этой конференции. Я уверен, что процесс именно в этом направлении пройдет. Потому что народы везде живут одинаково, одинаково любят и земля, воздух, вода везде одинаково на Кавказе. И ценности тоже одинаковы. Я был в Карабахе, и там мы, когда сидели за кавказским столом, я выпил за тех солдат, которые погибли в войне везде, на Кавказе, и все стали выпить. Так что вот таких ценностей надо поддерживать и генерировать новые идеи, которые будут помочь общекавказскому формату. Никакой народ в этом регионе до начала 20 века не жил отдельно от другого народа. Все были связаны. Армяне были великим торговым народом-посредником, который осуществлял дипломатические и представительские функции, торговые функции, финансовые, на всем этом огромном пространстве, от Средней Азии до Балкан, до Каира, все делалось. И смотрите, как зажат армянский народ в маленькой стране. Это неправильно. Я считаю, что этот регион должен вернуться к своей изначальной природе. Сотрудничество, культурного обмена и одной из великих колыбелей мировой цивилизации. В рамках конференции члены делегации РИА Новости провели также ряд мастер-классов.
Два дня студентам РАО предоставилась возможность не только послушать лекции известных специалистов, но и получить ответы на интересующие их вопросы. Лучший способ разобраться в сути дела, во всяком случае для себя, это сесть и написать о предмете, который еще вчера тебе был совершенно незнаком. И вот тогда что-то получается. Под пером рождаются мысли, идеи, концепции, если угодно. Люди везде есть, хорошие и плохие. В принципе, никакой особенности, различий нет. Самое главное, что нам надо найти вот точки соприкосновения, а не найти такой подход, чтобы как будто мешать друг друга, воевать друг друга, что-то отнимать друг друга и так далее. С 2004 по 2007 мы прощали Украине от 2 до 2,5 миллиардов задолженности по газу. И когда Россия вдруг говорила, а как же так, пришел опять не тот президент, которого мы ждали, все начинали кричать, ой, Россия, империалисты лезут, чего-то нам тут диктуют и так далее. А европейцы совершенно спокойно говорят, вот в этой стране состоялись правильные выборы, поэтому колонна гуманитарной помощи двигается туда, и мы вот готовы поддержать неокрепшую демократию. Первое преимущество Америки в экономике, в политике, в интеллектуальном плане – это жуткая конкурентоспособность. Там можешь, конечно, купить диплом. Полно тоже в американских университетах, где по интернету может купить диплом, хоть 10, завесить свою стенку, но ты все равно эту конкуренцию не выдержишь. Вы знаете, когда там Гарвард или Йель или Стэнфорд пытаются заманить к себе новых студентов, а стоимость там образования очень высока, они выдвигают два главных критерия. Первый – средняя зарплата после окончания университета. Какую зарплату вам предлагают? Это рынок. И второе – так сказать, сколько людей после окончания университета в первую свою работу находят работу по специальности. Сегодня меняется ситуация. Значит, сегодня появляется возможность дешевого сигнала. Сегодня появляется возможность объединения людей по интересам. Телевидение ведь как большое действовало? По принципу вот этого русского салата оливье, да, много ингредиентов и еще больше майонеза, чтобы не чувствовать разницы между ингредиентами. Да. Немножко про культуру, немножко про экономику, немножко про политику, никуда вглубь. Ни в коем случае. Вглубь телевидение идти не может, потому что оно усредняет. По итогам конференции в конференц-зале РАУ состоялся круглый стол на тему «Южный Кавказ. Регион раздора или сотрудничества». Участниками круглого стола были ведущие специалисты из России, Украины, Армении, Грузии, Великобритании и США. И все народы особенные, но вот делать особенность, исключительность народа центром своей политической культуры, я считаю, это губительно. Надо понимать, что вы такой же народ, как все, скромно себя вести, мечтать о творцом истории и понимать, что у других народов есть не меньше, чем у вас право считать себя исключительным в чем-то. Границы народа. Это проблема, согласитесь. Хотя здесь, в этом регионе, конечно, есть такие сильные субъекты исторические, как религиозные общины. Понятно, что регион, который столь долгое время имел отношение к исламскому миру, находился под властью и исламских халифов или исламских султанов, естественно, выдвигает религиозную общину как фундамент для определения границ народа, границ нации. Почему? Потому что и в халифате, и в его преемнике султанате османском, естественно, никаких национальностей не существовало. Заявление господина Дик Чейни, что они в 2014 году хотят разместить базу, военную базу Грузии, это тоже очень настораживает, потому что Грузия уже на свою спину почувствовал тот удар, который 8 августа получил после геополитического войны между Россией и США. И еще раз попасть под одну и ту же ловушку, я лично как представитель грузинских национальных интересов и государственных в своей стране не хочу. Мы провалили наши страны. О чем речь? Посмотрите, какие у нас институты регулируют. Какой у нас уровень эффективности вообще государственного регулирования.
И здесь, кстати, Россия не лучший пример. Посмотрите на российские макроэкономические показатели. 85% экспорта нефть, газ, лес. Но это же безобразие, форменное безобразие. Абсолютно. И на этом фоне мы, Армения больше, как бы повторяет российскую систему управления по понятным причинам. А Грузия вообще непонятно, что повторяет. И в этой ситуации мы говорим о безопасности, о курдах, о турках, о там, чертях, я не знаю о чем. Черти живут у нас, в наших головах. И пока мы не поймем, что надо сделать апдейт вообще нашего образа мышления и относиться вообще ко всему, что у нас здесь творится по-человечески и эффективно, у нас ничего хорошего не будет. На сегодня это все. Оставайтесь с нами. До скорой встречи.